Новый транспорт для Центра «Надежда» имеет особое значение, ведь он позволит быстро и эффективно оказывать помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня в учреждении числится 80 детей, 50 из них проживают стационарно. По словам директора центра Ольги Клевиной, воспитанники часто заболевают, а дорога в поликлинику весьма продолжительная, поэтому подаренный автомобиль значительно минимизирует затраты времени. Без вашей конкретной работы, без вашего одобрения, понимания, что действительно транспорт для учреждения очень нужен, мы бы, наверное, не смогли многих бы решать проблем. Средства были выделены благодаря депутатской поправке во время работы парламента над бюджетом республики. Сумма составила более 6 миллионов рублей. Это уже второй автомобиль, который передают в Центру помощи детям. Весной этого года учреждение получило новый микроавтобус. Центр помощи детям нуждался именно в «Газели», в микроавтобусе для перевозки детишек в более дальние такие путешествия. И вот в автомобиле вот такого типа, как «Нива». Отрадно, что автомобили нашего отечественного производства. Мы надеемся, что они прослужат достаточно долго. Благодаря пополнению автопарка сотрудники центра в комфортных условиях смогут не только доставлять детей в школы и поликлиники, но и выезжать в отдаленные районы республики. Любовь Цыганова, Максим Зверев, служба новостей.